Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить конверт-трансформер на замочке из однотонной ткани, при этом будем украшать его декоративной настрочкой. Для верха конверта я взяла хлопок 100% сатинового плетения. Из этой ткани нужно выкроить квадрат 85 на 85. На подклад я взяла хлопковый велюр, выкраиваем одну деталь 83 на 83. Также для кармашка потребуются две детали. Выкраиваем ее размером 28 на 45 сантиметров. Деталь верха будем украшать защипами декоративными. Для этого укладываем ее лицом вниз, складываем в треугольник и заутюживаем линию сгиба. Вверх от заутюженной линии откладываем 25 сантиметров, ставим отметки. Я использую водорастворимый маркер, потом я буду спрызгивать водичкой, и он исчезнет. Также от отмеченных линий еще вверх 25 сантиметров. Затем по этим линиям сгибаем и заутюживаем. После того, как заутюжили, нужно проложить строчку в край вот здесь. Для более ровной строчки я использую оверлочную лапку. Она идет с ограничителем, и с ней получаются очень ровные и аккуратные строчки. Вот так у меня получается с одной стороны и с другой. После того, как прошили и заутюжили на одну сторону все линии, то же самое повторяем, только складываем деталь по диагонали. Получаются вот такие квадратики по 25 сантиметров. И теперь снова нужно проложить строчку вот здесь. Деталь верха полностью готова. Ее пока откладываем в сторону и займемся кармашками. Деталь кармана укладываем лицом вниз, складываем вот таким образом в треугольник и заутюживаем. Затем уголок снова прикладываем к линии заутюживания и проходим все утюгом. Здесь я с помощью линейки измеряю расстояние. У меня получилось 10 сантиметров. Значит, вверх я буду откладывать по 10 сантиметров. Ставлю себе точки. И по этим точкам буду заутюживать. После того, как прошили и прогладили эти линии, теперь снова деталь укладываем лицом вниз. И уже с другой стороны также складываем треугольничком. И заутюживаем. Затем от линии заутюживания откладываем по 10 сантиметров вверх и вниз. Получится вот такая вот деталь. Все нужно хорошо отутюжить. В готовом виде деталь должна получиться 26 на 42. Вторую часть кармашка я точно так же повторила. Деталь подклада. На подклад я использую холофайбер плотностью 200 грамм. У меня здесь два слоя по 100 грамм. Это будет осенний конверт. Скалываем по всему периметру и простегиваем. Квадратики у меня здесь будут шириной, квадратики у меня здесь по 30 сантиметров. Наносим разметку. Подклад полностью готов, я его простегала и лишний утеплитель срезала. На деталь верха нужно вставить замочек.
На свои конверты я всегда беру замок длиной 70 сантиметров. Там, где собачка, прикладываем к левой стороне, к лицевой, скалываем иголкой. И перед тем, как прокладывать строчку, я всегда проверяю замок, ровно ли он ложится. Снизу я отступаю примерно 2 сантиметра. Когда убедились, что замочек ровно лежит, можно прокладывать строчку. Также у нас замочек будет сверху конверта. Находим середину и вставляем замочек. У меня замок длиной 20 сантиметров. К серединке прикладываем бегунок и в разные стороны раскладываем замочек, скалываем иголками. Вот эти хвостики от бегунка, их раскладываем вот таким образом. Прокладываем строчку на машинке. Хвостики от молнии я всегда подворачиваю. Так смотрится достаточно аккуратно и они не мешаются. Замочек готов, вставлен. Теперь займемся кармашком. Складываем его лицом к лицу и прошиваем по трем сторонам, там, где сколоты иголками. Затем берем резинку, у меня она шириной 1,5 сантиметра, прикладываем к одной стороне и ко второй, немного не доходя до края, примерно вот столько, чтобы она была в натяг. И фиксируем ее на машинке с одной и со второй стороны. После этого карман выворачиваем. И нужно проложить строчку там, где у нас резинка, по верху, вот здесь. Вот так должно получиться. Теперь карман прикладываем к низу, к середине детали верха. Скалываем иголками и прокладываем строчку сбоку, с другого бока и также по низу я фиксирую. Теперь соединяем обе детали. Деталь подклада укладываем на низ лицом вверх и лицом вниз деталь верха. Скалываем по всему периметру. Снизу будем оставлять небольшое отверстие для выворачивания, примерно 10-15 сантиметров. После того, как прошили, обязательно срезаем уголки, если есть лишний утеплитель. Также срезаем хвостики от молний и нитки. И можно выворачивать конверт. Конверт получился очень нарядный, в нем можно сходить на выписку из роддома. Также в таком конверте будет удобно гулять в коляске. Как сшить вот такой бантик, смотрите на моем видео, ссылку оставлю в описании под видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно сшейте такой вариант конверта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока!